Продолжаем выпуск. И далее к новостям культуры. В библиотеке имени Кедрина состоялось торжественное мероприятие, посвященное Общероссийскому дню библиотек. По всей стране его отметили 27 мая. С профессиональным праздником сотрудников библиотечной системы поздравила глава округа Юлия Купецкая. Часто говорили, книги живут себя. Но было же такое, было. Появился телевизор, появился интернет. И нам казалось, что наступит то время, когда никто книги в руки брать не будет. А оказалось все совсем наоборот. Спустя время все больше и больше наших жителей, в том числе и детей, приходят в библиотеки для того, чтобы действительно познакомиться с книгой. Современные библиотеки – это не только то место, где можно взять и почитать книгу. Это многофункциональные культурные учреждения с различными познавательными мероприятиями. Для мытищинцев их организовывают люди, которые выбрали профессию по зову сердца. В профессии я уже больше 10 лет. Попала, наверное, в эту профессию, не скажу, что случайно. Я заканчивала педагогический университет, потом, естественно, прошли курсы библиотечные. Но в библиотеку я пришла, наверное, потому что я люблю читать. У меня это моя жизнь. Потому что я очень люблю наших читателей и люблю проводить мероприятия, я люблю им советовать какие-то книги, я просто люблю свою работу. Сотрудникам библиотек вручили почетные грамоты и благодарности, а официальную часть праздника разбавляли творческие номера скрипачки Алены Островской и вокалистов Александра Прохорова и Ксении Карасевой.